Ботанический сад – одно из любимых мест жителей нашего города. Но не все знают, что пройдя совсем недалеко, в сторону реки Большой Невки, мы можем увидеть еще несколько интереснейших объектов. Около этого памятника хотелось бы вспомнить выдающегося деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина, с трагической гибели которого в сентябре 2021 года исполнилось 110 лет. В начале 20 века Аптекарский остров был модной дачной местностью. И именно здесь находилась дача министра внутренних дел и затем премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Дача была деревянная, двухэтажная, она была казенная. На первом этаже находилась приемная, кабинет, зал заседаний. На втором этаже находились жилые помещения. И именно в них разместилась приехавшая в мае 1906 года из Саратова семья Столыпина, жена и шестеро детей. Террористические акты в России начала 20 века стали массовым явлением. И должность министра внутренних дел была очень опасной. Уже два предшественника Столыпина были убиты. Столыпин был министром всего 5 месяцев, когда 12 августа 1906 года к даче подъехал экипаж, из которого вышли двое в жандармской форме с портфелями в руках. Опытного швейцара смутило некоторые несоответствия в их форме, и с портфелями в руках премьер-министру тоже не полагалось. Но он не сумел их остановить, они вбежали в приемную, где натолкнулись на генерала, который ведал записью посетителей. Это был приемный день, в зале было много народу, там были и женщины, и дети, но террористов это не остановило. Поняв, что дальше им не пройти, они бросили портфели, раздался мощный взрыв. Взрыв был такой силы, что у фабрики, находящейся на противоположном берегу Невы, вылетели стекла. Пострадало более 100 человек. На месте погибло 27, 33 оказались ранены серьезно, многие из них впоследствии скончались. Пострадали и дети Столыпина, 3-летний сын Аркадий и 12-летняя дочь Наташа. Как впоследствии писала в своих воспоминаниях старшая дочь Столыпина Мария, за месяц до этого события были именины их матери, и Наташа написала пьесу, в которой 4 дочери Столыпина изображали цветы. Все горевали, что они не могут с места сойти, и все о ногах мечтали. И вот теперь, спустя месяц, Наташа лежала с раздробленными ногами, и все о ногах мечтала. Доктора предлагали ей даже ампутировать ноги, но их удалось сохранить, но, тем не менее, она долго лечилась. Сам Столыпин не пострадал, он оказался только облит чернилами, через него перелетела тяжелая чернильница. 4 остальные дочери Столыпина тоже не пострадали, но на всю жизнь запомнили, как везде, на траве, на дорожках, лежали либо убитые, либо раненые, либо вообще были части человеческих тел. На месте трагедии было решено установить памятник, а пока разбили цветник. Через год заложили первый камень, еще через год памятник был открыт. На открытии присутствовал Столыпин и родственники погибших и пострадавших. Памятник был выполнен из красного гранита. На стороне, обращенной к реке, была укреплена икона Воскресения Христа Спасителя. На противоположной стороне находилась бронзовая доска с именами погибших. А еще через 3 года в Киеве, во время спектакля в оперном театре, на котором присутствовал сам император,
Столыпин был смертельно ранен и вскоре скончался. Так что этот памятник стал памятником и ему. Удивительное в этом памятнике то, что он вообще уцелел. Ведь другие памятники, такие как в Киеве, тоже уже через 2 года был поставлен памятник Столыпину. И в других городах памятники погибшему премьеру после революции были уничтожены. А этот обелиск долгие годы простоял в дальнем углу хозяйственной дачи ботанического сада. Был он восстановлен в 1991 году. Пропала доска с именами погибших, но монумент стоит. Уже в начале 21 века памятники Столыпину были поставлены в Москве и в Саратове, губернатором которого он был в самые неспокойные дни революции 1905-1907 годов. А в нашем городе этот обелиск является единственным памятью о человеке, который стремился предотвратить социальный взрыв в России. На него было совершено 11 покушений, а завещание его начиналось словами: «Я хочу быть погребенным там, где меня убьют». Близкие выполнили пожелания Столыпина. Местом его вечного упокоения стала Киево-Печерская лавра. А совсем неподалеку отсюда находится церковь, которую летом 1906 года посещала семья Столыпина. Эта церковь на своем веку была и приходской, и полковой, и лабораторией электротехнического института, и частью командного пункта командующего Балтийским флотом. Сейчас это действующий храм. Первая церковь была устроена здесь, в готовом каменном здании, в 1808 году. Освящена она была в честь Преображения Господня. Но со временем она стала тесной, и в 1840 году по проекту Константина Тона на насыпном холме в русско-византийском стиле была заложена новая однопрестольная пятиглавая церковь. В виде построена была четырехугольника, имела 3 гранитных крыльца. В трехъярусном иконостасе 2 иконы были написаны Карлом Брюловым, и им же были написаны евангелисты в парусах под куполом храма. Протоиерей Иоанн из Палатов, долгие годы служивший настоятелем этого храма, писал: 4 иконы евангелистов в больших медальонах главного свода, писанные по штукатурке масляными красками, суть единственная в этом роде живописи работа Карла Брюлова, подобной которой по превосходному сочинению, выражению ликов, сочетанию красок и другим достоинствам художники не находят. Несмотря на высоту свода, где написаны иконы, было несколько опытов снятия копий с них. Желательно, чтобы эта превосходная работа была тщательно воспроизведена в верной копии. Без этого может быть большая потеря для искусства, когда время или сырость своим разрушительным действием коснутся этого высокого произведения. А в 1873 году эта церковь стала гвардейской. Гвардейские полки, размещенные в Санкт-Петербурге, имели на периферии города свои территории с казармами, плацами, хозяйственными постройками, сенокосами и огородами. И в комплекс этих учреждений входили и полковые церкви. И постепенно, кроме своего основного назначения, они стали выполнять мемориальную функцию. Историю полка хранили, его воинской доблести. В 1847 году был издан указ, предписывающий
установить во всех полковых церквях бронзовые доски, на которых вырезать имена господ офицеров, служивших в полку и убитых в сражении против неприятеля и погибших от ран. Также были витрины с мундирами шефов императоров полка. Также в середине 19 века стали появляться захоронения. Это были либо командиры полков, либо особо отличившиеся офицеры. Казанский собор не является гвардейским, но он стал храмом воинской славы после Отечественной войны 1812 года. И именно Константин Тон по его рисунку был создан иконостас, который был создан из трофейного серебра. Его прислал сам Кутузов. Серебро отбили у отступающей армии Наполеона. Естественно, что отступающая армия Наполеона награбила это серебро в наших храмах и монастырях. И специально для Казанского собора Кутузов передал это серебро, с которого по проекту Константина Тона был установлен иконостас. И сама могила Кутузова тоже есть единственная, которая расположена в Казанском соборе. В начале 20 века в Казанском соборе хранилось более 100 знамен и множество ключей. И вот некоторые ключи можно сейчас видеть над могилой Кутузова. И хочется вспомнить строчки Пушкина, тоже о Казанском соборе. «Перед гробницей святой стою с поникшей головой, все спит кругом. Одни лампады во мраке храма золотят столпов гранитные громады и их знамен нависший ряд». А Константин Тон построил в Санкт-Петербурге 3 церкви для гвардейских полков. Это было для лейб-гвардии Семеновского, Конного и Егерского полков. А гренадерскому полку, который располагался неподалеку отсюда, на берегу реки Карповки, была передана в 1873 году эта церковь Преображения Господня. Для Семеновского полка была построена церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая располагалась напротив нынешнего Витебского, тогда Царскосельского вокзалов, и стала в свое время важной архитектурной доминантой этой части города. Церковь священномученика Мирония Егерского полка была поставлена на обводном канале, а церковь Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Конного полку располагалась на нынешней площади Труда. Но церкви Константина Тона все были утрачены в 30-е годы, и если на месте церкви Введения во храм Семеновского полка стоит памятный обелиск, если на месте церкви Егерского полка мы можем увидеть закладной камень, то о том, что на площади Труда когда-то стояла Благовещенская церковь, нам напоминает только находящийся неподалеку Благовещенский мост. Так что эта церковь является единственной сохранившейся культовой постройкой Константина Тона в нашем городе. Ну, Константин Тон построил и Московский вокзал, бывший Николаевский, и его брата в Москве, нынешний Ленинградский вокзал. И построенные им вокзалы оказались настолько удобны, что, несмотря на всю возрастающую интенсивность движения, реконструкция была осуществлена, например, Московского вокзала только в середине 20 века. И именно железнодорожники поставили памятный бюст перед Ленинградским вокзалом, и у нас на Московском вокзале висит памятная доска архитектору Константину Тону. В апреле 1930 года церковь была передана Ленинградскому электротехническому институту, и здесь была устроена лаборатория. Купола с храма убрали, иконостас уничтожили, фрески Брюлова закрасили. Были заложены одни окна, пробиты другие. Были установлены какие-то полностью новые внутренние перегородки. На месте захоронения офицеров был устроен бассейн для опытов.
А в апреле 1942 года, во время Великой Отечественной войны и блокады, эта церковь стала частью командного пункта командующего Балтийским флотом Владимира Филипповича Трибуца. До войны, долгие годы, с 1921 года, штаб флота располагался в Кронштадте, в итальянском дворце. Это одно из старейших зданий Кронштадта. Но когда началась война, оказалось, что там не было построено не только бункера, но даже и бомбоубежище, в котором можно было бы укрыться. И в августе 1941 года была срочно вырыта громадная яма, в которую поместили списанный отсек подводной лодки. Его залили бетоном, засыпали землей, ну и посчитали, что бункер готов. Но при первой же бомбежке оказалось, что находиться внутри него невозможно, потому что был очень сильный резонанс, и офицеры предпочитали находиться на своих рабочих местах, чем спускаться в это убежище. Остатки этого бункера неудачного мы можем видеть до сих пор. Вскоре штаб флота был переведен в Ленинград, и зиму 1941-1942 годов он провел на Васильевском острове. А в апреле 1942 года началось строительство бункера здесь, на Аптекарском острове, неподалеку от Ботанического сада. И церковь тоже стала частью командного пункта Балтийского флота. Командующий флотом Трибуц писал позднее в своей книге «Балтийцы сражаются». Штаб и политуправление размещались в доме номер 5 по улице профессора Попова, в помещении электротехнического института имени Ульянова Ленина. Рядом с высоким массивным зданием института находилась небольшая церквушка. Здесь, под толщей земли, разместился защищенный, кроме всего, броневыми плитами, временный пункт Краснознаменного Балтийского флота. Именно сюда, по телефонам, по кабелям, проложенным водолазами по дну Ладожского озера, по дну Финского залива, поступали приказы и ставки Верховного главнокомандования. Отсюда осуществлялась связь с Ленинградским фронтом и со всем Балтийским флотом. Бункер оказался построенным очень удачно. Трибуц писал: «Слыша глухие удары, рвавшихся неподалеку снарядов, мы могли у себя на КП по достоинству оценить отличный труд нашего мастера фортификационных дел». Как же это было сделано? Через окна второго этажа были занесены тяжелые металлические двутавровые балки, которые плотно уложили друг на друга. Снизу тоже пришлось сделать подпорки. Церковь вся была разделена на три этажа. В подвале находился узел связи, и церковь была связана по подземному переходу непосредственно уже с самим бункером, сделанным из бронеплит. Помещение церкви разделили на три этажа. Вокруг церкви до окон второго этажа довели каменную кладку толщиной 2,5 метра. Остатки этой каменной кладки, говорят, можно увидеть у церкви и сегодня. А сама церковь непосредственно была связана подземным коридором с самим бункером. Бункер был сделан из бронеплит, был учтен предыдущий неудачный опыт, был создан внутренний и наружный каркас, между ними была засыпана земля или песок, сверху тоже были уложены бронеплиты. Все сооружение должно было выдержать попадание бомбы большой мощности. И штаб флота просуществовал здесь до 1945 года. После этого здесь было бомбоубежище, но в середине 90-х годов система гражданской обороны пришла в упадок, бомбоубежище стало не нужно, постепенно оно подверглось разграблению и стало как склад мусора. И следует большое спасибо сказать инициативной группе, людям, которые нашли
что именно здесь находилось это интересное инженерное фортификационное сооружение. Они вывезли большое количество мусора, установили ворота и надеются на то, что со временем бункер часть станет филиалом одного из музеев Ленинграда, посвященных обороне города, как интереснейшее сооружение инженерной техники и военной доблести. Ну, а пока желающие могут посетить сам бункер с экскурсией, легко найдя их группу ВКонтакте, ну или здесь вот непосредственно тоже можно найти телефоны, по которым можно с ними связаться и договориться об экскурсии. Внутренняя планировка храма сейчас не имеет ничего общего с церковной. Храм Преображения Господня, являвший собой когда-то один большой зал, сейчас имеет перекрытие в несколько этажей. Протоиерей Иоанн из Палатов писал: «Внутри церкви колонн и столпов нет, а свод ее, что весьма замечательно в строительном искусстве, на одних стенных упорах держит 5 глав, из коих средняя с просветом». В 2006 году церковь была передана верующим, в 2014 году был создан проект, были расчищены фрагменты росписей, было укрепление стропил, крыши. Но проект не осуществляется. Когда-то церковь, приподнятая на 3-метровом искусственном холме, была видна с реки и сама глядела на воду. Сегодня она отделена от реки холмом, под которым скрывается бункер Трибуца, и громадным зданием, выстроенным одной крупной компанией в стиле ретроспективизма. И, возможно, от того, что оно окрашено тоже в желто-белые цвета, кажется, что оно перекликается как-то с церковью. И очень хочется верить, что памятью Петру Аркадьевичу Столыпину в нашем городе будет не только этот скромный обелиск, что мы увидим церковь с евангелистами, написанными Брюловым, восстановленной, и что бункер Трибуца обретет статус музейного объекта. Он станет памятником мужеству и стойкости ленинградцев в тяжелые дни блокады. Который летом 1906 года. Так вот мы про Йорлиц говорим только. Сначала, наверное, да? Подожди секундочку, я забыла сказать про этих. Давай я скажу сейчас честно. Давай. Сначала, что про... Так, давай вот это вот. Давай сначала. Может, он сам от нас уйдет. Мы сами будем страшные. Как там? Готово.